Новий знак абсолютної якості. Чекайте у листопаді. Львів. Волнова. Артемівськ. Керч. Чернігів. Волочись. Понад 22 тисячі населених пунктів, 83% населення України. Лайф. Наше покриття зростає. Чафа Селещець. Чафа. Нова Чафа Селект. Обирає тільки натуральне. Генеральний спонсор програми – торгівельна марка «Прайм». «Прайм» означає «кращий». Смотримо з вами за ходом музикального домашнього задання. Последнього конкурсу второго полуфіналу. На сцені команда КВН «Університет», город Харків. Фестиваль бардовской песни «Золотой клещ» был под угрозой срыва. Всех удивил бытовой райдер бардов Татьяны и Сергея Никитиных. Они потребовали номер в пятизвездочном отеле, там же палатка, вязанка сырых дров, дождь и осень. А мы представляем хедлайнеров фестиваля «Золотой клещ». Мы с Надей реально поняли, что все, кто ходит в лес, шашлык, ну или в поход, они все барды. Для всех бардов гитара, она как женщина. Но как мужчина, гитара полный ноль. И сегодняшний бардовский вечер проведем мы с Надей. И первая песня называется «Прочность». Golden Lady Strong, я ношу свободно, и цепляюсь я ими где угодно. Как-то наша знакомая пошла в поход. Заблудилась, стала бардом и написала песню. Идем дорогой трудной, идем дорогой трудной, дорогой непрямой. Заветных три желания исполнит мудрый Годвин, и Элли возвратится с татушкой домой. Кто-то очень низко тебе тихонько скажет: как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Спасибо! Спасибо всем, что пришли! Спасибо! Приходите еще! А следующий номер специально для тех, кто использует чайный пакетик один раз. Доказано, что личность гения формирует его первая учительница Марья Ивановна. Итак, класс, в котором учился Роман Виктюк. Здравствуйте.
Здравствуйте, дети. Садитесь. Свет, занавес, начали. Я беру в руки учебник кого-то, и почему-то задача номер, куда пальцем попало. Расстояние между пунктом А и пунктом Б – вечность. Сложно, понимаю, сняли. Вензелями в стиле барокко пишем вторую задачу. У Маши было 5 апельсин. Петя принес в класс 2 яблока. Вопрос. Почему случилась драка? Зачем нам в классе эти конфликты? Неужели я плохая мать? Неужели я плохо воспитала сына? Да? Ребенок родился. Ну разве можно его воспитать на эту учительскую зарплату? Нет. Собрались. Юнаты пошли в лес и встретили там скинхедов. Вопрос, сколько понадобится подорожник 10 юнатам? Чтобы залечить душевные раны. Виктюк, стараемся, думаем, думаем, тянемся. Отвечай, Виктюк. 17. Откуда эти цифры? Ну как же, 17. Виктюк, дневник. Нет, Мария Ивановна, нет, я не отдам вам его, нет. Виктюк, дневник. Не читайте, это личное. Сейчас станет публичное. Нет. Пожалуйста, день учителя. За толстыми линзами очков Марии Ивановны я вижу хрупкую, ранимую женщину. Виктюк, я хочу поставить вам 2. Придет время, и я поставлю лучше, лучше, еще лучше! Я поставлю лучше! Спасибо! Спасибо! А может быть, наше выступление и не понравилось бы Дитеру Болину и Томасу Андерсу? Но в вопросах юмора группа Modern Talking для нас не авторитет. С этого дня в моду снова входит интеллект. Генеральный партнер Украинской лиги КВН, торговая марка Prime. Prime означает лучший. Генеральный авиаперевозчик Украинской лиги КВН, компания Aerosuite. И как всегда партнер КВН, гостиница-отель Крещатик для деловых людей в самом центре столицы. Благодарим нашего постоянного партнера, сеть ресторанов «Мировая карта», партнер программы компания Grand Symbol. Мы благодарим украинскую торговую марку Intertex. Информационные спонсоры Высшей Украинской Лиги, Авторадио и Радио Джем. Сборная Днепропетровска благодарит Национальную аккумуляторную корпорацию ИСТА и мэра города Днепропетровска Ивана Ивановича Кулиниченко. Команда КВН «Университет Харьков» благодарит торговую группу «Таргет» и лично Александра Николаевича Протаса.
Домашнее задание, музыкальное домашнее задание, золотая середина, политех Киев. Показали, что конкурировать с корпорацией Microsoft по обороту капитала могут только продавцы шаурмы. И поэтому многие хотят устроиться на работу в шаурмяшную. Черные глаза, левой кетчуп наливаю, черные глаза, правой заворачиваю. Ой, здравствуйте, извините, что перебил, так красиво пели. Я к вам по объявлению, я на работу устраиваться. Резюме принес. А, да, конечно, как вы и просили в объявлении, вот 300 копий. А только интересно, зачем вам это нужно? Брат, это не мне, это тебе нужно. Берешь немножко лаваш, немножко мяса туда положил, немножко много капусты накидал, кетчуп, майонез, горчица полил, в резюме завернул. Кушай, дорогой. Человек шаурма кушает, твой резюме читает, думает, вау. Какой у меня умный, образованный продавец. Ну это понятно, это понятно. А что делать вообще надо? Дядя Рутюн все расскажет. Берешь немножко лаваш, немножко мяса туда положил. Сразу вопрос. А немножко мяса это сколько? Немножко это когда ты у свиньи отрезаешь, а она даже не просыпается. Понятно. И это все? В общем, да. Но в нашем нелегком бизнесе бывают экстремальные ситуации. Например, у тебя немножко совсем закончилась капуста. Берешь немножко лаваш. Немножко мяса туда положил. Немножко много кетчуп, майонез, горчица полил. Завернул. Кушай, дорогой. Этот человек кушает, говорит, ва, а где капуста? Отвечаешь этому гурману. Брат, меня в капусте нашли, я что должен с тобой родиной торговать? Понятно. И последняя экстремальная ситуация на сегодня. Допустим, у тебя немножко совсем закончилось мясо. А, ну тут все понятно. Берешь немножко лаваш, немножко много капусты туда покидал, немножко много майонез, горчица, кетчуп полил, завернул, кушай, дорогой, а сам меняешь вывеску шаурмяшная на вегетарианская и рассказываешь ему байку про то, что тебе айс принес, поэтому для тебя мясо животных священно. О, я раньше просто закрывал, за мясом ехал. Молодец. Сработаемся. А какая у меня зарплата будет? Все зависит от того, сколько шаурма ты продашь. Вот дядя Арутюн вчера продал 450 штук, и это только одной женщине. Пришла такая красивая с косой. Говорит, на природу с друзьями еду. Да что я рассказываю? Сейчас сама выйдет, давай посмотрим, послушаем. Добрый вечер, шановні мої. Вчора їздили з парламентом на природу, на пікнік. Ви знаєте, вперше в палатках не працювали, а відпочивали. Так весело було. Сіманенко як піонер розпалював багаття. Звариш пішов шукати дрова, а знайшов диплома. Так всі сміялися. Янукович пісеньку заспівав. Виліз на піньок і такий: Я кукуджамба. Потім Чернавецький ходив по воді.
ти сурки сыграли у футбол з лісниками. Спочатку програли 4-1, а потім зібралися і програли 5-1. А от Роман безсмертний з нами не поїхав. Він сказав, що з нами смертними йому не цікаво. Ну а потім я вилізла на пеньок і виголосила промову. Кажу, шановні мої, ну що ж це в Україні коїться з прем'єр-міністрами? То українізований бурят, то обуревший українець. Я вважаю, що прем'єром в Україні повинна бути жінка. Бо чоловіки всі однакові, ввечері з нами об'єднуються, а вранці нас кидають. Бережіть себе, любі жінки. Кушай, дорогой. Молодец. Дядюшка Рутюн, расскажите еще немножко про работу. Вот что самое неприятное, а? Самое неприятное, брат, это налоговая. Приведу пример. Допустим, ты заработал деньги. Ух ты! А, и тут же заплатил налоги. Ну нифига себе! Себе нифига! Налоговая служба Украины. Вылечь. Дядюшка Рутюн, а есть у вас конкуренты, а? Нет. Нет, ну разве что Верховная Рада. У них там такая антикризисная коалиция, слушай. Они там так спелись. Их пипл хавает больше, чем шаурму. Давай посмотрим. Я пытался стать спикером, но одному было трудно, а вместе легко. Я пытался раскручивать бренд. Коммунизм — это круто! Believe me, my friend. Я пытался незрадить Майдан, но Майданам так трудно наполнить карман. Президент не нашел компромисс. Сами мы спелись, у нас теперь новый солист. Политика на Украине делается как шаурма. Берешь немножко коммунистов,
немножко много регионов туда. Социалистов по вкусу. Нашей Украиной подмазал. Насолил Тимошенко. В парламент завернул. И всей стране кушай, дорогой! Генеральный партнер Украинской лиги КВН, торговая марка «Прайм». «Прайм» означает «лучший». Генеральный авиаперевозчик Украинской лиги КВН, компания «Аэросвит». Партнер программы – медицинская компания «Борис». «Борис» – это завжди допомога. Мы благодарим издательско-полиграфический центр «Такі справи». Партнер высшей Украинской лиги КВН, торговая марка «Минералка». Команда КВН «Политех» Киев благодарит ректора Национального технического университета Украины КПИ Михаила Захарыча Сгуровского, а также компанию «Новое время» эксклюзивного представителя торговой марки «Swatch» в Украине. Команда КВН «Винницкие перцы» благодарит фирму «Эпоха» в лице ее директора Федора Аркадьевича Зернецкого. Команда КВН «Шиворот на выворот» благодарит мэра города Черновцы Николая Трофимовича Федорука, директора Черновицкого торгово-экономического института Татьяну Николаевну Ореховскую и Буковинский клуб КВН. Наши информационные партнеры «Медиум ТВ», а также «7 плюс 7 Я», первая в Украине цветная телепрограмма. Музыкальное домашнее задание «Золотая середина», «Винницкие перцы». Белые, не мегагерцы, это на сцене Винницкие перцы. Радостные новости для болельщиков киевского «Динамо». Наконец-то после ряда неудач последовала долгожданная серия поражений. Добрый вечер. Сегодня в студии Виктор Гусев. Это не случайно, потому что сегодня праздник большого футбола в Киеве. И мне помогает вести репортаж коллега 101 Сергей Савелий. Сергей. Добрый вечер всем шанувальникам по бусяти шкіряного м'ячика. Біда знову завітала на НСК Олімпійський. Там свисток, и матч «Динамо» Киев-Реал начался на табло пока 0-0. Я хочу, чтобы украинские болевальники запам'ятали цей позитивный рахунок для наших футболистов. Реал играет по обычной для себя схеме 4-4-2. Это два опорных полузащитника, два халбека и плеймейкер под нападающими. Динамовцы Киева выбрали старую схему эвакуации из стадиона. В секторе болельщиков Реала замечен король Испании. По его ложе заняли Кравчук, Медведчук та Суркис. Рауль проходит по левому флангу, обходит одного, второго, выпускает мяч. Он, казалось бы, уже выходит за боковую, но несмачный в великолепном подкате. Сбивает хлопчика, який подає м'ячики. Реал атакует, удар, гол! И Шовковский пропускает четвертый мяч от Рауля. И левый боковый вид Демьяненко. В составе Реала замена. Вместо Ван Нистелроя выходит Дэвид Бекхэм, а вместо Рауля Роналдо. Забрежева надежда, замість Белькевича на поле з'являється Тарас Михайлик. Ну что же, финальный свисток и счет 6-0 в пользу Реала. До новых встреч. До новых разгромов. Украина, забывай, Украина, забывай. А в последнее время в Киеве стало все больше появляться новых элитных школ. Итак, обычный староста обычной элитной школы. Дети, любите дети. Я обещаю, мы отменим классную годину.
У нас не буде каші з комочками. Я хочу, щоб наша пісочниця стала чистою і прозорою. Щоб ні одна собачка. Жоден котик. До речі, до нас перейшов новенький Вітя зі спортшколи. Але я хочу звернутися до дорослих. Не забороняйте мені дружити з Юлечкою. Дядя Юра, Павленко, я до вас звертаюся. Чому ви не ходите на батьківські збори? Пройде кілька років, і ми назбираємо гроші і зробимо в нашій школі євроремонт. Але пам'ятайте, це не мої гроші. І не Юлені. Це гроші наших батьків. Дякую. Но сейчас хотелось бы пригласить вас на премьеру новой телепередачи с Ольгой Герасимюк. Добрий вечір! Сьогодні у нас в гостях зірка української естради Віталій Козловський. Привіт, Київ! Пацанчик, встань, зараз сюди звізда вийде. Віталік! Віталік, я бачу тебе! Сиди, тетя Оля йде до тебе. Віталічку, ти знаєш, вся країна хотіла б дізнатися, що то є піна колада. Віталік, ти знаєш, це правда, що в школі на уроці фізкультури ти сам через себе пригав. Боже, Віталька, ти знаєш, я отак дивлюсь на тебе, ти щось похудав, да? Тебе що знов бебешку продюсірував, да, чи що? Ну, чесно, чесно, Віталік, ти знаєш, мені твоя творчість не подобається. Пінаколада, горька, сладкая. Алло, я на зйомках, я перезвоню зараз. Ви знаєте, як щойно мені повідомили, час нашої передачі вичерпаний, але творчість Віталія Козловського не вичерпна. Малий, позвониш мені. Ольга Пчілка, Герасим'юк, спеціально для КВН. Шекспір напише не про нас. А українські актери не безуспішно озвучують іноземні фільми. Но Олександр Пономарьов пішов далі і записав саундтрек к одному із них. Варто чи ні жити без тебе? Я полетів з тобою в небо, я повернув би час.
моя лебідька кохана, я люблю тебе. Как известно, счастье – это когда тебя понимают, а несчастье – это когда тебя раскусили. Днепр и Черновцы, Харьков, старая столица, Винницкие лица, есть так много мест, где мы хотели. Генеральний спонсор програми – торгівельна марка «Прайм». «Прайм» означає «кращий». Телеканал «Інтер» та «Медов» представляють музичне шоу для справжніх гурманів. Сеанс масової ейфорії від богів музичного Олімпу. Вічні рокери дарують усім охочим потужний вибух драйву. Уявити собі когось на місці темпераментного, енергійного, неперевершеного Фредді – завдання не для посереднього розуму. Чемпіони повертаються – Квін та Пол Роджерс. Шоу «Must Go On» тільки на телеканалі «Інтер». Не пропустіть у четвер о першій ночі. Тим, хто має смак – «Медов». Для справжніх гурманів. Music Hall. Сюди потрапляють обрані. Інформація. Будь-де, будь-коли. Livebox. Неміра став популярним у 52 країнах світу, серед яких і Великобританія. Я б завжди запросила містера Неміров на свій концерт як шановного гостя. Неміров, як завжди, має успіх. Неміров. Обраний світом. Багатовікова німецька традиція пивоваріння. Лише 4 інгредієнти. Ідеальна збалансованість. Відчуй безкомпромісну якість німецького пива номер один у світі. Бекс. Життя ключа і ключ у твоїх руках. Що роблять мої? Як там мій тариф? Я маю з ними домовитися. Життя стає простішим з новим тарифом «Простий лайф». Дзвоніть без плати за з'єднання по 50 копійок за хвилину на всі стаціонарні та мобільні номери в Україні до кінця 2007 року. Без плати за з'єднання. 50 копійок. На всі номери в Україні. Обирайте тариф «Простий лайф». Не те. Це м'якість. Маніфік. Мягков. Настройся на м'якість. Життя – чудова річ. Як не крути. Соки та нектари – річ.
Інтернет. Будь-де, будь-коли. Лайфбокс. Новий знак абсолютної якості. Чекайте у листопаді. Ти справжній чоловік. Тобі під силу будь-яка справа. Тому ти прагнеш, щоб у твоєму арсеналі було тільки найкраще. Відкрий пляшку пива «Арсенал» з акційною етикеткою та дізнайся, який подарунок ти можеш отримати. Обійняй кришечку на подарунок у центрі обміну. Поповни свій арсенал. Арсенал справжнього чоловіка. Легко підключитися. Легко почати. Легко спілкуватися. Почни разом із Білайн. Поспішай купити будь-який стартовий пакет усього за 10 гривень. І 10 гривень уже на рахунку. Почни з десятки. Білайн. Живи на яскравій стороні. Новий знак абсолютної якості. Чекайте у листопаді. Пасує чудово до вашого життя та кухні. Холодильник Samsung Side by Side. Samsung. Нові зимові шини «Росава». Вміст сіліки в гумі протектора забезпечить щеплення і кращу керованість. «Росава» – життя продовжується. Новинка. Тульський самовар. А що він? Сам пиво варить? Пиво? Ні. Спробуй львівське. Може, навчиш? Коли в Росії тільки почали робити самовари, українці вже десятки років насолоджувались львівським. Львівське. Відчуй смак легенди. Для того, щоб ви користувалися якісним мобільним зв'язком, ми встановили сучасне якісне обладнання. Забезпечили якісне покриття по всій Україні. Для вас ми побудували якісну мережу. Мамо, ти чуєш? Так, синку, чую тебе добре. UMC. Якісний зв'язок. Та правдива. Вона. Наталія Могилевська у новому українському альбомі відправила меседж. Відправила меседж. Як море на весь екран. Шукайте в магазинах свого міста. Відправила меседж. Уважаемые болельщики, у нас еще одно домашнее задание. Последний вариант сегодня домашнего задания. Вашему вниманию его предлагает команда КВН «Шиворот на выворот», черновцы. А команда КВН «Шиворот на выворот» предлагает вам вспомнить все самые яркие события прошедшего лета. Итак, начнем с дебютного матча сборной Украины на чемпионате мира по футболу. Отож, добрий вечір, шановні телеглядачі. Знову з вами я, спортивний коментатор Денис Басанок. Матч Україна-Іспанія, другий тайм. Я нагадую, мені сьогодні допомагає коментувати відомий український співак Славок Ковакарчук. Славко? Так, привіт. І так, поки що рахунок 2-0, ми програємо. І ось Риброва виводять на ударну позицію. Сергій б'є, удар, ну! Вище небо! Вище небо! Любі друзі, ай-яй-яй, що ми бачимо? Це червона картка. І, на жаль, Владислав Ващук покидає поле, друзі. Я просто не знаходжу слів, і ми можемо зараз тільки догадуватися, про що він думає. Я їду додому. До себе додому. Отож, пенальті в наші ворота. Давайте все ж таки затамуємо подих і будемо тримати кулаки за Олександра Шовковського. Ай!
Ви знаєте, друзі, я все ж таки по-доброму заздрю Славкові, бо він цього не бачив. 3-0. Славко, може ти все ж таки прокоментуєш ситуацію на полі? Так, нарешті ми бачимо з м'ячем Андрій Шевченко. Так, це Шева, і він несе м'яч на центр поля, 4-0. І ось лунає фінальний свисток арбітра. До побачення, до нових зустрічей, друзі. Але не будемо засмучуватися, адже всі ми прекрасно пам'ятаємо, що сказав Олег Блохін напередодні чемпіонату світу. Я не стався без бою. Дорогие друзья, а сейчас наша команда предлагает вам просто немножко пофантазировать. Итак, представьте, что украинские политики добираются на работу в одной маршрутке. Виктор Федорович, простите, я хочу спросить давно, почему вы не сидите? Ха-ха-ха, очень смешно. О, милиция проехала. Виктор Федорович, вони ж вам зараз честь віддають. Честь віддають? А хто мені молодость вернет? Хоть не дальняя дорога, уступили место мне. У меня ж портфелей много, а вы сейчас налегке. Сан Саныч, что-то вы неважно выглядите. Да был вчера на дне рождения. Рената Ахметова. Ну і що подарили? Да по-разному. Мені телевізор, Кушнарєву холодильник. По-різному, по-різному. Тихо, Вадій щось каже. Любі друзі, зупинка Майдан. Хтось виходить? Я виходжу на Майдан. Всі патріоти виходять на Майдан. Давайте всі разом. Поздно, Юлія Володимирівна. Проїхали. Уже никто никуда не выходит. Вот вы знаете, я разумею, что наш маршрут ЕС-ЕФ. А зараз мы в яку сторону едем? Вы что, не видите? Пробка. На месте мы стоим. Ни для кого не секрет, что сегодняшний полуфинал одинаково важен для всех команд. Но особое значение он имеет для нашей Иры. Ну, здравствуй, милый. Как ты там без меня? А что это ты на меня так смотришь? Ты что, все забыл? А вот я, чтоб не забыть, все записываю. На видеокамеру. Включайте, ребята. О, у вас такая красивая машина. Это трактор. Это Бентли. Никогда не слышала. Трактор Бентли. Вчерашний вечер из подворотни на вся согласен. Спасаться нечем, и я охотник, и я опасен. И я чискара, еще минута, и доверяю. И мухомары, конечно, круто, но тоже вряд ли. До скорой встречи, до скорой встречи, моя любовь к тебе навечно. До скорой встречи, до скорой встречи, до скорой встречи, до скорой встречи, моя любовь к тебе навечно. До скорой встречи, до скорой встречи. Тычинка пестик, любовь научит, совсем не пошла. Когда мы вместе, никто не круче, но это в прошлом. И я не знаю, и я теряю вчерашний вечер. Моя смешная.
вас знаю. До скорой встречи. До скорой встречи, до скорой встречи. Сережа, я все понимаю, я одна из многих, но ты тоже меня пойми, мне от тебя ничего не надо, ни твоих денег, ни славы, ни твоей шикарной двухкомнатной квартиры в Горловке. Мне даже не нужна твоя доля от продажи Криворожстали. Мне нужно только одно. Сережа, ну поставь шестерочку за домашку, а то ведь у меня и другое видео есть. Ну а пока Сергей в шоке, хотел бы сказать, что мы с ребятами заметили, что у вас в Киеве на Крещатике самый крепкий кофе. Вот так вот сядешь, выпьешь чашечку, а потом еще 3 дня не спишь. На следующую зарабатываешь. Желтой осенью, вечер по-киевски, но по Крещатику ножками-ножками. Я на солнце блика, ты огонь будем. Второй полуфинал исчерпал лимит всех конкурсов, а за командами остается традиционный совместный выход на полуфинальную сцену. Команды, вперед! Мы с тобой вчера в мавзолей ходили. Вот этот дядя. Здравствуй, мальчик. Вы его извините. Да первый раз. 5 лет Ленину. Неожиданное известие. Анджелина Джоли сделала пластическую операцию. Ну что ж, Анджелина, все прошло успешно. И сегодня мы снимем повязку. Оп! It's a miracle. Это так чудесно. Да, Анджелина, но меня до сих пор мучает вопрос. Зачем? Зачем вы сделали себе лицо Александра Коптеля из Новосибирска? Понимаете, я очень давно хотела, чтобы меня никто не хотел, да? Теперь представьте, обычное кафе в Голландии. Две кока-колы. Пирожное неженка. Пирожное муму, пирожное пешта. Пирожное отчаяние. Пирожное трамвай в автобусе. Грильяж 3 килограмма. Сахар, рафинад. О, что-то я сбился, что я там заказал? Ну ты, короче, вообще так все вкусно заказал. А что, остались только пирожки с картошкой? Прикинь. Все погибли, остались только пирожки с картошкой. А вот же один с капустой. А он в госпитале. А курица свежая? Ничего ты, тип. Вон он. Курица свежая? Не оборачивайся.
Курица свежая? Ну, конечно, свежая, она же еще живая. Ну что, все отлично, осталось пойти договориться с жюри насчет оценок. Стой, в смысле пойти к жюри договориться насчет оценок? Вот так взять пойти и что-то им скажешь? Да, конечно, пойду, мы же КВНщики, все сейчас решите. Не-не-не, нужно отрепетировать. Итак, жюри, давай сюда. Здравствуйте, многоуважаемая неподкупная жюри. Я буду разговаривать с Эндрю, потому что он сказал, что он из вас самый главный. Знаете, у нас для вас есть Бентли. Ну, правда, всего 4. Зато есть Иш с оцинковкой. Ну все, вроде вопрос решили. Вы не могли бы сфотографироваться с нашей командой? Вы же КВНщики, да? Ну, давайте. Ну, Эндрю, ну, посерьезней. Ну, улыбочку, поехали! Я знаю, придет тот день. Я знаю, настанет светлый час. Часом ви відчуваєте втому з самого ранку. Немає сил, щоб піднятися і почати день. Енергію дасть Супрадин. Він містить усі вітаміни, мінерали та антиоксиданти, які необхідні для активного життя. Регулярний прийом Супрадину забезпечить заряд енергії і бадьорості на цілий день. Супрадин – енергія для повноцінного життя. Приготування до весілля йшло чудово. І раптом я помітила щось не так. Моя усмішка недостатньо білосніжна, а скоро мій вигляд має бути бездоганним. Що ж робити? Зуби білі спереду, але не з усіх сторін. Спробуйте Blendamed 3D White. Під час чищення його відбілюючі часточки огортають усі видимі поверхні зубів, забезпечуючи ефект тримірного відбілювання. І в найщасливіший день моя білосніжна усмішка була бездоганною. Blendamed 3D White для осяйної усмішки. Якщо ми зібрались подивитися баскетбол, ми повболіваємо будь-що. Матч перенесено, а ви побачите 96-ту серію серіалу «Бразильська роза». З пивом «Рогань» ти завжди залишаєшся таким, як ти є. Родріго, це кільце мені. Який прохід до кільця? Виходь за мене. Родріго, Рогань, пиво як воно є. А чому ти, як був сам, не вимив посуд? Не було чим мити. Ой, забула купити гала. На щастя, у вас є я і гала. От і добре. Ні-ні, посуд миєш ти. Так легко, жир просто зникає. А який аромат, який блиск дає гала. Все готово, іди. Гала видаляє жир, надає блиску. Цілий букет, запашний, свіженький. Дякую, в мене вже є. Найкращі відбірні овочі, свіжі трави, вишукані прянощі, найдухмяніші спеції зібрані в універсальній приправі «Букет овочів і прянощів», яка додасть вашим стравам натуральних ароматів та апетитних смаків. Смачно! Приправа «Букет овочів і прянощів» – смак та аромат від самої природи. Для ніжної шкіри малюка ми створили нові серветки Pampers Sensitive з лосьйоном ромашки. Вони очищають ніжніше і допомагають захистити навіть найчутливішу шкіру. Нові серветки Pampers Sensitive з ніжним лосьйоном ромашки. Вітаю! Strepsils – ефективні ліки, які швидко приведуть в норму хворе горло. Strepsils – швидка допомога хворому горлу. Привіт! Привіт! Що це в тебе? Мій новий пральний порошок. Новий? Ось новий. Спробуй. Гаразд.
тільки не жирна пляма. Нова гала з формулою «Іонікс» видаляє бруд, проникаючи глибоко у тканину. Іони виштовхують складні плями, і білизна чиста від ниточки до ниточки. Чудово! Я не бачу різниці, як гарно гала впоралась. Я сказала, і ти все зекономила. Як мама каже, копійка гривню береже. Купуйте гала! Легко підключитися! Легко почати! Легко спілкуватися! Почни разом із Билайн! Поспішай купити будь-який стартовий пакет усього за 10 гривень! І 10 гривень уже на рахунку! Почни з десятки! Билайн! Живи на яскравій стороні! Хочеш довше насолоджуватися свіжістю в такі дні? Відтепер це можливо завдяки новим Always Fresh, які забезпечують тобі надійний захист і мають тонкий аромат. Вони дарують тобі відчуття свіжості надовго. Always Fresh – прокладки та щоденні прокладки. Кращий захист із ароматом свіжості. Коли твої почуття такі ж справжні, як смак шоколаду Корона, про них неможливо забути. Адже справжня не має компромісів. Корона – смак справжніх почуттів. З Пронто меблі виглядають ідеально. Переконайтеся в цьому самі. На відміну від прибирання звичайною ганчіркою, Пронто не залишає жодних слідів. Пронто – у ваших меблів красиве майбутнє. Думаю, мало кто об этом не догадывается, но тем не менее для проформы следует сказать, что нас ждут два полуфинала. По две команды из каждого полуфинала выходят в финал. Итого нас ждет финал на четверых. Следующую команду по аналогии можно было бы назвать станция «Университет». Но она называется по-другому. Университетский проспект МГУ. Для начала хотелось бы обратиться к членам жюри. Дело в том, что финал премьер-лиги назначен на 15 ноября, но как бы у нас есть одна информация, которую мы просто не можем до вас не донести. Дело в том, что 15 ноября не все команды, играющие сегодня, смогут вот чисто физически здесь присутствовать. Не, серьезно. Ребят, Тюмень, вы 15-го можете? Не, мы не можем. У нас 15-го день Тюмени. Вот начинается. Ребят, Стопыко, вы как? Нет, мы не можем. У нас 15-го в Тюмени корпоратив. Пожалуйста. Ребят, станция спортивная, вы-то хоть можете? Да, конечно, можем. Приедем, вот играем. Тоже не могут. Ну теперь по нам пробежимся. Так, Антох, ты 15-го можешь? Естественно. Отлично. Только на всякий случай мне 14-го вечером позвони, напомни. А, да не вопрос. Катюш, ты можешь 15-го? Я не могу, у меня свадьба 15-го. Ну, отмени. Опять? Ну, ладно. Отлично, Лёх, можешь? Ну, могу, у меня же свадьба отменилась. А. Вы там пометьте где-нибудь у себя, что мы 15-го можем. А теперь перейдем к полуфиналу. И для начала реклама. Привет, подружка! Привет, подружка! И почему люди курят? Чтобы у нас работа была! Пачку Мальборо! 31,50, спасибо большое! И почему большое. Люди курят? Чтобы у нас работа была! А теперь самый нетривиальный способ пройти таможенный контроль. Плачь, легче станет, плачь! А ваши документы... Не сейчас! Миниатюра дальнобойщики! Значит так, ехать нам далеко, поэтому спать будем по очереди. Да. Лейтенант Иванов, вы превысили скорость, я выписываю штраф. Ну или 200 рублей. Выписываете штраф? Значит, я выписываю штраф. Да-да, выписываете. Все, я выписываю штраф. Все, я выписываю штраф 150. Выписывайте. Значит, выписывай, да? Все, я выписываю штраф. Леш! А ты штраф какой-нибудь выписывал?
Здравствуйте! А будьте добры, 2-3 богатыря! Чего? 2-3 богатыря! Сколько? Так, ладно, забыли. Давайте лучше 4-3 медведя. Вот это другое дело, с вас 30-40. Сколько? А сейчас миниатюра дуэль. Господа, стреляемся по моей команде на счет 3. Раз, два. Это было очень подло. На фестивале премьер-лиги мы доказали, что самое интересное на всех спортивных соревнованиях это то, что говорят спортсмены во время них. Поэтому мы просто не могли пройти мимо чемпионата мира по футболу. Значит так, бегом в магазин, мне пиво, сухарики, сигареты и все остальное. Давай, быстро. Почему постоянно меня посылают? Ну че, кто из нас судить не умеет? Извини, ну не бей больше. Так, ты че самый умный? А ну-ка иди сюда. Не связывайся с ним. Пора, пора, порадуемся на своем веку. Хе-хей! Щелюшку что-то, щелюшку. Яйки, води яйки, води. Води, блин, не попал. Ты что, сядень что-нибудь такой? Отличный чемпионат мира. Блин, вспомнил. Мне ж после него сборную России тренировать. Да ладно тебе, Гус, успокойся. Какой успокойся? Все нормально, Гус. Конечно, что это сборная России. 0-0 с хорватами. За ВДВ, на! На! Интересно, можно ли считать спортом поездки в московском метрополитене в часы пик? Вот лично я уверен, что можно считать. Ну вот как бы сказал Нурлан из команды Astana.kz, нет, вы только не подумайте, что я езжу на метро. Конечно же нет, и друзья мои тоже не ездят, я просто прочитал об этом в книгах. Думаю, как, в общем-то, и большинство участников команды КВН, станция спортивная. Прошу. Целое лето не виделись, столько всего произошло, столько нужно рассказать. Ну что, поехали! И по традиции, случай в метро. Фрагмент из фильма «Скалолаз». Держись! Не отпускай меня! Держись крепче! Я не хочу умирать! Держись крепче! Нет! Держись, нет! Держись! Держись! Давай! Давай, 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 давай! Случай в аптеке! Извините, у вас есть антидепрессанты? Сейчас посмотрю. А, я вас помню. Вы вчера у нас презервативы покупали. Ничего не надо. Да, 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 в Москве. Купил телефон, будем созваниваться. Ну, не переживай, все в порядке. Давай, пока, давай. Молодой человек, тут такая проблемка. У меня на телефоне батарейка села.
Можно я с вашего подзвоню? А вы не... Да не-не-не-не-не. Ножку поставьте. А вы точно не убежите? Разве я похож на человека, который может убежать? Давай! Стой! А теперь случай в поликлинике. Так вы говорите, хороший врач. Очень хороший. Ой, ну слава богу. Не волнуйтесь, все будет отлично. Я прям так переживал. Извините, кто последний? Я? Я за вами. Вы знаете, там девушка занимала. Она отошла. Все мы с вами прекрасно знаем, что нашу сборную по футболу тренирует голландский специалист. Теперь давайте посмотрим, как он знакомился с игроками сборной. Hello, guys. I'm a new coach team of Russia. Who are you? Aldonin. I'm a Gaskidin. Nice to meet you. Who are you? Василий Березуцкий. А Василий Березуцкий? Березуцкий. Березуслик. Нет, Березуцкий. Березусис. Давайте с разбега попробуем. Березуцкий. Окей, okay. You are John, thank you. I'm a Gaskidin. Gaskidin. No, Gaskidin. Gaskidin, ding, ding. No, ding, 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 ding. Gaskidin. Gas evening. Simak? Да! I'm a Semin. Тренер? Да. Okay, guys, this is plan of the game. Симак, пес Aldonin. Aldonin, пес водка. Водка, перестройка, перестройка, Березушка. Березуцкий. Баба русский. Березуцкий. Но Березуцкий сборная. I'm sorry, John. Okay, guys, we will be champions. Да! Австралия, let's go! Корея forever? Ты не Семин. А, Россия! 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 Ну что ж, а мы продолжаем и переносимся на шоу рекордов Гиннесса, где Иван из Москвы будет устанавливать новый рекорд по разбиванию арбузов головой. Предыдущий рекорд был 3 арбуза. Я разобью 700 арбузов за одну минуту. Тренер, я готов. Время! Нормально, время есть, все хорошо. Давай, сам. Не, ты этот разбил уже, давай. А может, врача? Не, у него техника такая, все нормально. И давай, как на тренировке, вот. Парень, я здесь. Ты готов продолжать, парень? Зайка, давай, соберись. Все, есть время, давай, бей. В заключении легенда. Однажды 5 маленьких, но очень храбрых сусликов пытались остановить локомотив на полном ходу. Уважаемые жюри, не пытайтесь нас остановить. Лично я думаю, как и зрители в первых рядах, получили еще эстетическое удовольствие от запаха арбуза. Замечательно. Спасибо большое заодно команде КВН-станция спортивная. Итак, 4 приветствия сыграно, и сейчас пойдет отчет первых оценок, и я предлагаю команду вернуться на исходные позиции. Кто? Эндрю. Добрый вечер. Итак, оценки за конкурс приветствий. Мы недолго думали и вот что придумали.
Всем командам 5 баллов ровно. Друзья мои. Ой, даже не знаю. Я сочинил эпиграмму. Вы за кого болеете? Я не болею, я пришла больных навестить. Так ему паразиту и надо. Ты женщина я. Посмотрите, до чего он хорош. Как здорово, что все мы здесь. Мы рады видеть вас. Не все сейчас поняли. Немножко смысловая нагрузка утрачена, но зато в рифму. Самый праздничный, самый веселый концерт. Премьера. В пятницу, после программы «Время». Це останнє бажання. Хочу те, що ніколи не куштувала. Ось чорниця з далекої півночі. Смачно. Як Орбіт Чорниця. Новий Орбіт Чорниця. Смачно, як чорниця. Орбіт Чорниця. Найсмачніший захист від карісу. Сягни якісно нового рівня гоління з новим гелем Mac 3 від Gillette. Він розроблений за технологією антитертя, як і станки Mac 3. І містить алої для чистого гоління без подразнень. Навіть під час гоління проти росту волосся. Новий гель Mac 3 від Gillette. Життя є таким, як ти його сприймаєш. Дивись на все позитивно. Живи з Кока-Кола. Радість навколо. З Пронто меблі виглядають ідеально. Переконайтеся в цьому самі. На відміну від прибирання звичайною ганчіркою, Пронто не залишає жодних слідів. Пронто. У ваших меблів красиве майбутнє. Споживчі кредити – це кредити на побутову техніку, мобільні телефони, цифрову електроніку, сантехніку, меблі чи будь-які послуги. Ми видаємо кредити прямо тут, в магазині, без першого внеску. І ви одразу можете забрати покупку додому. Кредит можна погасити до свого. Швидкість реакції – відмінна риса співробітників Дельта-банку. Дельта-банк – швидкі кредити за 20 хвилин. Відкрий легким поворотом. Брама, імпровізуй. Вона сказала, робимо про тебе репортаж. Ти надія нашого скейтбордингу. А в мене обличчя, ну, екологічна катастрофа. Все в прищах. І раптом бачу новий Clarasil Ultra. Написано помітний результат за 3 дні. Я спробував, справді допомагає. Стаття, звичайно, але фотки супер. Шкіра помітна чистіша за 3 дні. Гарантія Clarasil. Не вмикай Ambilight. Кажу тобі, не вмикай Ambilight. Я ж казав, не робити цього. Просто єдина кнопка перетворює телеперегляд на фантастику. Приготування до весілля йшло чудово. І раптом я помітила щось не так. Моя усмішка недостатньо білосніжна, а скоро мій вигляд має бути бездоганним. Що ж робити? Зуби білі спереду, але не з усіх сторін. Спробуйте Blendamed 3D White. Під час чищення його відбілюючі часточки огортають усі видимі поверхні зубів, забезпечуючи ефект тримірного відбілювання. І в найщасливіший день моя білосніжна усмішка була бездоганною. Blendamed 3D White для осяйної усмішки. Якщо ми зустрілись за пивом, ну я й кажу, який їжачок? Ми поспілкуємось навіть і без слів. З пивом Рогань ти завжди залишаєшся таким, як ти є. Рогань. Пиво. Подразнення після гоління змушує до дивних вчинків. Любий. Mmm.
Нарешті з'явився кращий спосіб заспокоїти шкіру. Бальзам нового покоління Nivea Foment з формулою Kea Protect швидко заспокоїть та відновить подразнену шкіру. Тепер лише приємні відчуття. Новий відновлюючий бальзам після гоління Nivea Foment. Чому Milka and Joy така смачнюща? Раз, ще, ще і оп, добре. Наступне. Стільки горіхів вмістилося у шоколадку такого зручного формату. Зразу видно. Відміряли супер точно. А ти куштував новий Абджой з арахісом та кукурудзяними пластівцями? Ніжний молочний шоколад, обсмажені горішки, хрусткі пластівці. Milka and Joy. Повна смакота. В этом домике сидит сам Леопольд Кудасов, начальник контрразведки фронта. А мы к нему в гости и приехали. Мстители, ку-ку! Скоро! А ну, руки вверх, все быстро! Ребята, гляньте! Буба! Новые приключения неуловимых. В воскресенье на Первом канале. Итак, переходим к новому конкурсу. И для начала заставка. Премьера! Конкурс, который называется «Видеоклип». Ну, что это такое, конечно же, всем понятно, но в руках КВНщиков видеокамера и даже обычный цифровой фотоаппарат может привести к самым неожиданным результатам. Итак, видеоклип от команды КВН «Нефтегаз», Тюмень. Наша команда представляет самый пиратский саундтрек к фильму «Дневной дозор». Симпатичные. Могли бы подружиться. А что, так не можем?
нас клип от команды КВН «Стапико», Новосибирск. Презентация, прошу. Наша команда считает, что лучший клип – это клип, сделанный собственными руками. Дамы и господа, приготовьте ваши руки, потому что без рук не было бы этой истории. Он был палец, его многие знали. Пользовался респектом на всем своем большом квартале. Чувство ритма ему не занимать. Посмотрите на него! Ать, 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 ать. Ауа, ауа. Девушке одной рвалась душа машиной гоночной. На птях ее акриловых отражалось небо безоблачное. Сердце мальчука она наполнилась любовью обжигающей. Но разозлило это одного бандита начинающего. Слово за слово! Пришлось бежать неистово. Но это не сложно, ведь этими улицами он выпискован. С листа чистого читает паутины улиц быстро он. Но делать нечего, неизбежно встреча их. История продолжается. Стандартные улицы, да. Торгаши тусуются, да. Кто-то в витринах своим отражением любуется, ага. Бандиты владели приемами вред причиняющими. Но тут он вспомнил учителя, нехилые приемы знающего. Так что этот бой был ничего не решающим. Бежать некуда, земля круглая. Зазвучала угроза нотами, слышит голос любимый. Беги, милый, вот они! Серый дождь. Плачет небо каплями крупными. Она стояла в черную вуаль укутана. Слова путные, говорили история мутная. Но девчонки невдомек, что жив паренек. Но на этом история не кончается. Наш герой к жизни и любимый возвращается. Но есть дело одно незаконченное. Какое? Хулиганов прикончить, йоу. Они жили долго и теперь они знали, что счастье эта штука, сделанная своими руками. И в этой истории нами рассказаны слов, как всегда, не осталось безоказаны. Дальше больше. Команда КВН Московского государственного университета. Первый русский клип был снят в 1965 году. А сколько до этого было хороших песен, на которые не существует клипов? И наша команда решила исправить это историческое недоразумение. Итак, Федор Шаляпин. Эх, вдоль. По Тверской я Москвой, давай, по Тверской я Москвой, да. Нет, это карета. Угу. Никогда не слышно. Я беру к ним была. Bang, bang.
Шаляпин. Все, что тебя касается, все, что меня касается, все только начинается, начинается. Последний видеоклип, последнее выступление в этом конкурсе представит нам команда «Станция спортивная». Этим клипом наша команда хочет показать, что в каждом человеке есть что-то хорошее, даже в нашем Димке. Достаточно прокрутить его жизнь задом наперед. Я пишу письмо тебе, ну здравствуй, здравствуй, ума. Как ты, моя девочка, как? Стоит ли так мучиться, родная, ты подумай. Друг без друга трудно нам так. Бросай ты этот Голливуд мутный. Я буду ждать, я натоплю баню. И встанем мы с тобой рано утром. Возьмем корзины за грибами. И встанем мы с тобой рано утром. Возьмем корзины за грибами. Приезжай и попадешь ты прямо в сказку. Будешь ты от счастья кричать. Я вчера приделал к мотоциклу коляску, чтоб тебя с комфортом промчать. А я с утра один на участке, деревья удобряю навозом. Ты приезжай ко мне, мое счастье, хоть кораблем, а хоть паровозом. Ты приезжай ко мне, мое счастье, хоть кораблем, а хоть паровозом. Вообще, подводя некий итог нового конкурса, хочется отметить высокохудожественное исполнение всех задуманных КВНщиками идей. Все четыре видеоклипа, по-моему, были просто прекрасны. И если раньше злопыхатели говорили, что КВНщикам пишут профессиональные писатели-сатирики, то теперь будут говорить, что видеоклипы для них снимают профессиональные режиссеры. Ну и пусть говорят, черт с ними. Итак, оценки за... видеоконкурс, за конкурс видеоклипов, максимум 5 баллов. Последний ролик он свернул мне, на самом деле, Александр Александрович, голову совсем. И я настоял, в общем-то, здесь, а они на меня очень сильно надавили. И мы поставили станции спортивной пятерку. Уже хорошо, но радоваться рано. А теперь давайте рассуждать вместе. Логически. Да. Федор Шаляпин, классика, все очень замечательно, сепия, просто боготворительный вообще. Такой клип «Степ и Кол», оригинально, просто, опять, боготворительный. И «Нефтегаз» просто был так давно, и я помню, что я очень сильно смеялся. Короче, мы всем поставили 4,9. Общий счет. «Нефтегаз», «Степ и Кол», «МГУ», 9,9 балла.
станция спортивная. 10 баллов ровно. В темно-синем лесу Первый канал представляет. Где с дубов колдунов облетает лесо. Незабываемые приключения. Тигель! Тигель, ай, Люлю! Хьюарк, поп-еры! На его месте должен быть я. Начинаю действовать без шума и пыли по новому утвержденному плану! Спасите! Мамочка! Наши люди в булочную на такси не ездят. Как в первый раз. Я убью его! Любимая комедия на все времена. Я встретил вас, и все былое. В воскресенье после программы «Время». Тепер ще ефективніший проти глибоких зморшок. 8 із 10 жінок обрали гарнір «Ультраліфтинг» з новою формулою. Підтягуючи крем проти зморшок з екстрактом імбиру, що розслаблює шкіру. Гарнір «Ультраліфтинг» діє проти найглибших зморшок, і результати помітні дуже швидко. Всього через годину шкіра стає пружнішою, а через 15 днів зморшки стають менш виразними. Ви помітите різницю. Так хто буде заздрити? Нова формула «Гарнір «Ультраліфтинг». Подбай про себе. Гарнір. Тепер можна не тільки понадкушувати, але й з'їсти. Шлунок не зможе, Фестал допоможе. Неприємні запахи? Тепер це не проблема. Якщо у вас є очищувач повітря – Уст. Не маскуйте неприємні запахи. Уст. Усувайте їх. Ой, грязюка! Як відмити весь дім? Сорока казала, я чудовий засіб. Містер Мускул для скла та поверхонь. Спеціальна формула зі спиртом видаляє бруд не тільки зі скляних, але й з інших поверхонь. І жодних розводів. Злітай на розрику! Працює! Містер Мускул любить роботу, яку ви не можете терпіти. Ми створюємо гармонію у фінансових справах. Відтепер і для вас в Україні. Unicredit Bank. Відчинено для нових можливостей. Програма «Сім ознак здоров'я» ротової порожнини. Здравствуйте, як відпустка? Ось, балуємо себе. Солодощі і кава, а як же зуби? Якось не думали. Може, перевіримо? Проблеми затримала знаками із 7. Спробуйте Blendemat Complete 7 Plus відбілювання. Регулярне чищення ним допомагає поліпшувати стан ротової порожнини за 7 ознаками. Яка білосніжна усмішка. Вітаю вас. Поліпшення за проблемними ознаками почалося і зуби виглядають білішими. Blendemat Complete 7 Plus відбілювання. А ви готові до перевірки? Хочеш довше насолоджуватися свіжістю в такі дні? Відтепер це можливо завдяки новим Always Fresh, які забезпечують тобі надійний захист і мають тонкий аромат. Вони дарують тобі відчуття свіжості надовго. Always Fresh – прокладки та щоденні прокладки. Кращий захист із ароматом свіжості. Ці дверцята я протерла простою ганчіркою, а ці очистила за допомогою Pronto. Подивіться самі. З Pronto меблі виглядають значно краще. На відміну від звичайної ганчірки, що залишає сліди від пальців або розводи, Pronto ідеально доглядає меблі. Очищає та захищає їх, зберігаючи їх первинний вигляд. Pronto. У ваших меблів красиве майбутнє. Подразнення після гоління змушує до дивних вчинків. Люби! Нарешті з'явився кращий спосіб заспокоїти шкіру. Бальзам нового покоління Nivea Foment з формулою Kea Protect швидко заспокоїть та відновить подразнену шкіру. Тепер лише приємні відчуття. Новий відновлюючий бальзам після гоління Nivea Foment. Пиво чернігівське біле, нефільтроване. І тому увібрало в себе первозданність самої природи, що дарує нам насолоду від справжнього. Пиво чернігівське біле, нефільтроване. Справжність первинного смаку. А також неповторний смак чарівної ночі. Біла ніч. Нефільтроване. Темне.
Тільки в Pampers Active Baby є суперпоглинаючий шар Extra Dry. Він утримує вологу всередині, допомагаючи шкірі малюка залишатися сухою. Тому, коли ти падатимеш на сіднички знову і знову, вони довго залишатимуться сухими. Pampers Active Baby для неперевершеної сухості. Малюк надихає, Pampers створює. Ці наукові тести довели, що гель для гоління Gillette краще, ніж піна. Піна пропускає деякі ділянки щетини. Гель Gillette повністю покриває її, тому бритва рухається легше, а гоління стає комфортнішим. Тестуйте самі. Гель для гоління Gillette Series. Купи засоби Gillette Series у промоупаковці і вирушай з коханою на Мальдіви. Або отримай відеокамеру. Диск з музикою почуттів гарантовано. Gillette Series – найкраще для чоловіків. Підтверджено жінками. «0-10-94. Супервыгодное предложение. Звонить в Россию всего за 2 цента в минуту. Просто перед каждым звонком набирайте 0-10-94. Начните экономить на каждом звонке прямо сейчас. 0-10-94. На кону путевки в финал и в эфире знакомая композиция. Итак, решающий конкурс всегда должен быть предельно простым. Это домашнее задание, и тема его соответствующая – момент истины. Момент истины наступает для команды «Степико» Новосибирск. Команда «Степико» представляет страшные истории у костра. У костра. Слушайте, ребят. А этот лес и вправду страшный. Да, у меня дед один раз в этот лес пошел и не вернулся. Почему? Потому что и не планировал. Они в Саратов с бабушкой переезжали. А вы знаете страшную историю про Моцарта? Нет? Слушайте. Встречаются как-то Моцарт и Тимати. Скорей бы! А я вам не рассказывал, как я в этом лесу на охоту ходил. Я тебя убью! Из палки не убьешь! Раз в год и палка стреляет! Прошел год! Вот такая вот история была. Представляете, в этом лесу... Это гномы за шоколадками пошли! Ну ничего, я тут по всему лесу на них ноутбуки поставил. Попался! Мужики! Мужики! Смотрите, что я нашел! Что это? Суперклей! Ой, я смотрю, у вас тут гитарка. Я сыграю. Ты что ж за день ты сегодня такой, а? Да четвертый гитару задний! Мой парень. Да тут вообще лес странный. Я с утра за грибами ходил, а вечером они за мной. Знаете, что я подумал? А как же мы отсюда домой будем выбираться? А пусть нас ежик повезет. Ежик? Ну он же грибы возит. А, так вот кто тебе грибы возит. Вообще!
что-то случилось. Что-то случилось? Смотрите! А где все? Почему никого нет? Почему так тихо? Наверное, что-то случилось. Что вы сидите? Что-то случилось! Почему так тихо? Почему никого нет? Наверное, что-то случилось. Что-то случилось! Что случилось? Иди сам! Давай рубить эту музыку! Ну! Что случилось? Я понял, что случилось! Что? Домашка закончилась! Нам выпала великая честь выступать в конкурсе «Домашнее задание» первыми. Но многие могут сказать, что, мол, лучше запоминается последний. Но с другой стороны, Гагарин первый полетел в космос, а его все помнят. А Иннокентия Фролова кто-нибудь помнит? Не. А он, между прочим, вчера в космос полетел. Поэтому запомните нас первыми на первом! Заключительный конкурс «Домашнее задание» продолжает команда КВН «Нефтегаз» Тюмень. Всем фильмам, которые шли в дни школьных каникул, посвящается «Очень школьное кино». Что заигрались мы? Все быстро на урок. Геннадий Степанович, ну еще разочек. А то мы к вам на физкультуру не пойдем. Я сказал быстро на урок. Химика бери. Это ты нам все испортила, чучело. Бойкот чучелу. Чучело, чучело, чучело. Это она наш портвейн родичам сдала. Чучело, чучело, чучело. Дедушка, дедушка! Почему они называют меня чучелом? Дедушка! Кстати, поздравляю! Чучело, чучело, чучело! Ребята, прекратите, что вы делаете! Я все-таки директор школы! Отдашь, директор! Ребята, у вас в классе новенькая. Это Алиса. London is the capital of Great Britain. It is the largest city in the world. It is situated on the River Thames. Видите, какая Алиса талантливая. Нет, я обычная. У нас там все много языков знают. Чувашский, мордовский, корякский, адыгейский. Папа много где сидел. Ребята, видите, какая Алиса замечательная. Не обижайте ее. Ребята, следующий урок – труд. Да какой труд? У нас две недели уже труд. Труд очень важен в нашей жизни, потому что именно труд сделал из Валерия Николаевича трудовика. Так, это самое. Кто сделал домашнее задание? Учитель, вот я сделал. Уходи. Ну почему? Уходи. Ты превзошел своего учителя. Мне нечему тебя больше научить.
Жигули. Представляешь, такая маленькая, а уже Жигули. Геннадий Степанович, вы опять за старое. Прекратите приставать к нашей новенькой. Все нормально, мы на Бокова проходим. А, ну ладно. А у вас, ребята, рисование. Так, это самое. Достали альбом и гуашь. Сегодня будем рисовать портрет. А ты хочешь Жигули? Геннадий Степанович, я лишу вас квартальной все, премии. Все, понял, понял, вот, физкультура, вот, все. Вот. Итак, начнем занятие. Первое упражнение – отжимание. Кончим. Следующее упражнение – березка. Раз. Закончили. Следующее упражнение – лодочка. Для тех, кто не успел запомнить, еще раз лодочка. Ну что ж, теперь встаем и автоматически получаем что? Мостик наоборот. Встаем дальше и переходим на березку. Ну и сейчас мое любимое колесо. Трус! Все, занятие закончено всего. Ребята, специально к 1 сентября наши подшефные дошколята приготовили нам подарок. Детский шансон. Давай. Голуби летят над детским садом. Голубям нигде преграды нет. Как бы мне хотелось вместе с голубями на работу к маме улететь. Но забор высокий не пускает, и крапива в несколько рядов. Нянечка с веранды зорко наблюдает, и торчит футболка из трусов. Няня, ты мой миллионочек. Няня, ты мой котеночек. Няня, Мария Клима, пусти любимого. А по белому снегу уходил из детсада человек без колготок или просто Артем. От души! Ну и, конечно же, какой школьный фильм обходится без этого? Алиса, а кем мы будем в будущем? Вы можете быть кем захотите. Хотите сантехниками, хотите банкирами. А хотите Жигули? Ну, Геннадий Степанов! Следующими на эту сцену выходит команда ГВЕН «Станция спортивная», Московский институт экономики, менеджмента и права. Старая добрая Англия, эпоха рыцарства, благородства, храбрости и тупости короля Артупа. Ну что, трус, а чё это мы не нападаем, а? А чё это мы не нападаем? Смотри, дракон! Ну вот я и лучший рыцарь королевства! Но, мой король, а как же рыцари круглого стола? Да? Тогда вперед! А в это время рыцари круглого стола! Ну и кто придумал этот стол? Я! Ланселох! Я! А по-моему, неплохое изобретение. Подайте хрюшку. Сэр, к вам шотландцы? Укатите стол.
Сэр Ланселот? Ну? Мы к вам по делу. Я не продам вам чертежи стола. По более важному делу. Блин. Присаживайтесь. Сэр Ланселот, вы нам нужны для того, чтобы сразиться с королем. Он разграбил всю казну. Он уничтожает свой народ. Он устроил турнир и хочет стать лучшим из лучших. Ланселот! 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 Вы согласны нам помочь? Я вообще не понимаю, почему вы боитесь короля. Вы должны бояться сквозняков. Ах так! Ах так! Вот так, значит? Тогда я приведу на турнир тебя силой! Да! Ланселот! Сдавайся именем короля! Твой дом окружен! В смысле окружен? Не, просто у меня дом квадратный. Вы вообще как по периметру стоите? Если да, то вы меня квадратили. Хватит, хватит нести эту чушь! У меня от нее сейчас взорвется голова! А, или вы реально сообразили, углы у дома постесали и что, тупо стоите по кругу? О, черт, у генерала правда взорвалась голова! Эй, ты, с тобой говорит зам генерала! Лысый бензин! Взять его! Жадные занавески! Погремушка с мясом! Российский ноутбук! Скажи, красавица, чего не нравится? Ведь я лишь навсего хочу тебе понравиться! Тебе понравится! Тебе понравится! Рабабуська! Ланселот, ты полопал всех моих рыцарей! Фиолетовая лошадка! На меня эти фокусы не действуют, типа квадратный стол с ножками. Ланселот, ну пожалуйста, я дам тебе 30 золотых. Нет. 31. Нет. 32. 32! Да! Каждому! Ну что, увидимся на турнире. Я тебя победю! День рыцарского турнира! Битва на копья! Слева сэр Ланселот со своим конем. Справа его величество, непобедимый завоеватель прусских земель, поработитель народов и просто красавчик, король Ардуб. Деритесь. И побеждает король. Давай! 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 Да! Ланселот победил! Ланселот победил! Ланселота ранили! Ланселота ранили! Ранили Ланселота! Зовите Мерлина, великого волшебника! Мерлина, живи его! Николай, я и до самого Иванда, Иванда, что? Ура! Вот молодец, а! Вот это вовремя, а! Вовремя ничего не сказал, молодец! Отлично, а? Тихо, тихо! Нет, я не настоящий рыцарь. У меня даже доспехи из линолеума. Он приедет. Станция «Спортивный чемпион». К нему вернулся разум. По футболу. Он бредит. В КВН. Все нормально. Лобзик. Все нормально. Воды, принесите кто-нибудь воды. Я принесу. Нет.
умираю. Не, можно потише вообще? Вам мешали умирать? О, слушайте! А давайте как на рыцарских турнирах определим победителей игры по аплодисментам. Итак, станция спортивная. Спасибо. Здравствуйте. Гоша Куценко. На свободу с чистыми руками и совестью. Александр Балуев. Я же сказал, что подсдох в тюрьме. Смутные времена. Михаил Ульянов. Смутные. Виктор Сухоруков. Мы рождены для войны! Всех убить! Сергей Шакуров. Мочкануть креста задумал. Мокрое дело подослал. Маркасова стрелку забивает. За обществом Москва. Михаил Ефремов. Мне нужны эффективные меры моей защиты. Наше кино. Боевик Егора Кончаловского. Я тебе не киллер. Антикиллер. Вообще, с вами в городе поездка стала больше. В пятницу на Первом канале. Завершает нашу игру команда КВН «Университетский проспект Москва». Добрый вечер, дорогие друзья! Самое громкое событие этой осени – концерт Мадонны в Москве. Но не все пошло по плану, и самолет певицы по ошибке приземлился не во Внуково, а в Быково. Стоп! Хватит! Встань, где стояла! Имя? Вот а что, она сама сказать не может? У нее что, языка нет? Встал к стене, а ты иди сюда. Садись. Семёныч, чего нет там в чемоданах? Откуда я знаю? Семёныч. Шмотки там везде. Чего-то я не понял. В Москву на три дня приехала. Зачем тебе 50 чемоданов со шмотками? Стирать не любишь? I'm a singer. I have concert in Luzhniki. Так и запишем. Барыга приехала в Лужники шмотками торговать. Да как вы не поймете, она известная певица. Ну, не знаю. Я ни одного концерта к одним лица не пропускаю. Вот Киркоров, Пугачева, Газманов опять же. Это хорошие исполнители. А тебя я ни разу не видел. Будем составлять протокол. Протокол задержания номер 29-6-08. Имя? Мадонна. M-A-D-O-N-N-A. Зарегистрировано по адресу. Нью-Йорк Сити. Ёшкин кот, Нью-Йорк Сити, а? Значит так, зажимаем shift. N. Потапов. U. U. Or. Hey, mister, if you set me free, I'll give everyone here $1,000. Элла, поглазник, иди сюда. Чего она там лопочет? Если вы ее отпустите, она даст каждому из вас по $1,000. Ты что себе позволяешь? Запомни!
В России милиция не продается! А вот Быкова, да! Одно из самых популярнейших мест в Москве – Горбушка, где можно достать практически все, что угодно. Но мало кто знает, что Горбушка зародилась еще в 19 веке. Скажите, есть что-нибудь новенькое? Новенькое? Да, конечно. Вот, значит, все новиночки на этой картине у нас. Вот, есть еще, есть Джокондочка, но экран, понимаете? Но ежели чуть дороже, то вот, уже оцифрованный вариант. Да нет, а есть что-нибудь из нашего? Из нашего, да, конечно. Первая картина года. Дневной дозор. О, наконец-то наши рисовать научились. Беру. Не интересует. Да нет. А это? Да господи, ну... У меня еще есть... Да вот, бери, туда, бери, смотри, на клубничка! А мы продолжаем. Ну что ж, как вы уже, наверное, все догадались, в эфире шоу «Звезды на льду». Первым на льду появляется Николай Басков. Какая странная манера катания. Просто Николай никак не может оторвать взгляд от своего отражения на льду. И вот на льду уже следующая пара. Это Елена Бережная и Сергей Зверев. Тихо, тихо, медленно, медленно, спокойно, спокойно. А я Андрей Малахов был на Первом канале, не переключайте, не переключайте Первый канал. Андрей Малахов был на Первом канале, не переключайте, поднимите меня, поднимите. Тихо, тихо, спокойно отсюда. А на самом деле подошло к концу наше домашнее задание. И вот знаете, фигурное катание, оно как наша жизнь. Вот. Упал и плохо. А кто-то рядом с тобой стоит на ногах. Твердо. Уберите, ну, хорошо, кто-нибудь Гришковца с катка, а? А если уж совсем... Если уж совсем серьезно, то, уважаемые члены жюри, прежде чем вы примете решение, кто сегодня пройдет в финал, хотелось бы напомнить, мы 15-го можем. Наступает момент истины всей нашей игры. Момент истины наступает для самих команд. Ну и пока жюри размышляет, команды подтягиваются на сцену. Наши уважаемые судьи определились с оценками. И теперь белозубая улыбка Эндрю. И он готов рассказать о своих впечатлениях. Прошу. Прежде всего хочу сказать, что мне очень приятно судить людей, которые лучше меня по-русски говорят. Все видеоклипы отличные. Музыкалка команды «Станция спортивная». Зашибись.
Спасибо. Если смешно, премьер-лига, если отец Сан Саныч, если дедушка Александр Васильевич, если судьба КВН. Спасибо. Я хотел бы всем вам сказать большое спасибо. Вы сегодня все были в отличной форме. Спасибо за полуфинал. Спасибо Степико за отличную актерскую игру. Спасибо Нефтегазу за столь реалистичное воплощение вообще ваших идей. Спасибо МГУ, видимо, за танцы.